региональном Минспорте омских каратистов поздравили с успешным выступлением на всероссийских соревнованиях. В августе на первенстве России в Калининграде наш регион представляли 4 спортсмена. Мастер спорта Юлия Шабалтас выступала в самой взрослой категории в весе до 55 килограммов. Воспитанница Центра спортивной подготовки Омской области смогла завоевать на этих стартах долгожданную победу. У меня достаточно долго не получалось снова взять эту высоту, первенство России. Поэтому, скорее всего, опыт именно психологический помог справиться с волнением и определенным образом настроиться, чтобы все-таки забрать свое, забрать золото. Серебро соревнований в категории свыше 68 килограммов среди девушек досталось представительнице спортклуба «Триумф» Екатерине Пустовит. У кадетов серебряным призером стал Егор Худорожков, а бронзовым – Семен Грачев. Оба они тренируются в спортшколе номер 28. В общем зачете Омская область заняла 10-е место среди 60 регионов и вошла в тройку сильнейших команд Сибирского федерального округа. Качественная работа тренеров и та линейка соревнований, которую мы проводим здесь, в нашем регионе, причем и внутренних соревнований, и соревнований большого календаря, так скажем, и окружного, и всероссийского, позволяет нам надеяться, что вот эти спортсмены вырастут более маститых, более мастеровитых спортсменов, которые будут представлять уже не только Омскую область, но и Россию. Уже точно можно сказать, что представлять наш регион и страну на международных стартах в ближайшее время будет Юлия Шабалтас. Причем на чемпионате мира, который пройдет в Чили с 20 октября, она будет капитаном женской сборной.